Колечки. Что у нас тут? Ну, еще можно уменьшить время, наверное, можно уменьшить время. Такое ощущение, если вот это печенье вот сверху сахаром посыпают. Так оно и есть, это же. Может, листочек отпечем его такого? Можно, вот такого. Да. Ну, с круг... чтобы мы прошли, ну, вот, ознакомились с насадками, с вращениями, что вы все знаете и так далее. Можно, конечно, еще добавлять вот эту скорость, но нужно ли это? Ну, то есть это вот что у нас получается? Изделие с вращением. Все. Кольцо. Следующий. Что мы будем сейчас...